Добрый день, друзья! Сравниваем две отличные, одинаково и полностью настроенные деки. Запись с винила на штудере А721. Оба аппарата с великолепными параметрами и с хорошими головками. Играет RX-202. Запись сделана на кассете Maxell MXS90 с предельным для нее уровнем записи, без роста линейных искажений, что штудер позволил сделать после автоматической калибровки. И слушаем альбом Жана Мишеля Жара «На злобу дня». RX 505.
таким же уровнем воспроизведения RX-202. Thank you.
5. Thank you.